Слушай, ну мне прям стало жарко. Вот прям вот как вот они, видишь, они стоят. И да, они все такие. Хоть я и была наверху випки, за это тебе спасибо, но я там так оторвалась. Ты оторвался здесь? Мне было безумно жарко на самом деле. И от себя, и от аудитории, и от всего вот этого концерта, которого я ждал очень долго просто. Очень, и хорошо, что он не перенесся, потому что я переживаю очень сильно. Как видите, люди не понимают, что такое перенос, они думают, что это от меня зависит. Но, слава богу, все пошло. Я очень рад, я безумно счастлив, то, что хотя бы для меня на самом деле не так важно, сколько людей пришло, как с каким сердцем и с какими намерениями они сюда пришли. Они пришли сюда кайфовать, чему я очень рад. Как у тебя реагировала публика сегодня? Публика сегодня не было переноса, просто с недавних пор уже, слава богу, закончились эти переносы. Но я надеюсь, они меня понимают. Не знаю, надеюсь на их понимание, грубо говоря, потому что я сам ничего не решаю, к сожалению, я не президент, не мэр, никто. Просто артист Хычо, который поет для вас треки и пишет от души. Скажи, что тебя удивило в сегодняшнем концерте? Блин, это очень сложный вопрос. Скажу, что на каждый концерт я выхожу как будто первый раз и получаю эмоции. Я удивился то, что многие подпевали со мной треки Скизы, так как он вышел вообще недавно, но они знали лучше меня текст. Вот, наверное, вот это и удивило меня. Ну и скажи последний вопрос. В ближайшее время нам стоит ожидать тебя какого-то альбома или EP, может быть? Я уже давно готовлю альбом. Надеюсь, скоро мы его загрузим уже на площадке, и я вам объявлю дату. Пока неизвестно когда, но 100% это будет крутой альбом, который будет держаться в сердцах людей вот навсегда. Я стараюсь насчет этого. Думаю, получится. Я в тебя верю и желаю всего самого лучшего. Давай мне 5. Спасибо. И давай убежим со сцены поскорее. Давай, спасибо.